14 мая комитет «Гомель-облимущество» проведет очередной аукцион. В агрогородке Красная Слобода Октябрьского района можно купить здание детского сада. Начальная цена лота – почти 190 тысяч рублей. Следующий аукцион состоится 21 мая. На него выставлено несколько объектов. В Жлобине предлагается комплекс зданий. Стартовая стоимость – более 220 тысяч. В Речице на продажу выставлено здание яслей-сада. Начальная цена – 190 тысяч. В деревне Артуки Речицкого района можно купить здание школы со стартовой ценой свыше 240 тысяч рублей. В Будокошелево предлагается здание школы. Начальная цена – одна базовая величина. На аукционы выставлены и другие объекты недвижимости. Подробности на сайте Комитета Гомеля облимущества. Необходимую информацию можно также получить по номерам телефонов Гомеля 70 38 49 и 70 36 43.